Ду-ду-ду-ду, продолжить. О! У меня все зависло. У меня левый экран погас даже. Новые функции инвентаря. Новые функции можно включить на вкладке, перейдя в раздел «Параметры». Предмет, который вы получили впервые, будут помечаться значком восклицательного знака. В игре появилась вкладка, где можно посмотреть предмет, который вы недавно нашли. Вау. Кольцо Микелы. О! Кажется... Кажется, все работает, смотрите. Кажется, все на месте. Здрасте. А, тебя привел сюда. Леда. I was guided by faith along his honorable path. Touch the withered arm, and you too will be transported to the realm of shadow where Mikula the Kind now dwells. My compatriots are there already. Like us, they have heard kindly Mikula's call. If you can find them, kindly Mikula, they are certain to lend you aid. Okay. Come now, touch the withered arm. And travel to the realm of shadow. Отправиться в царство теней. Давай. Сейчас будем вспоминать управление. Вот это вот все. Та тянка. А что за тянка? А почему у меня был зажат блок? Так, блок. Доджи. Базовые тычки. Как где? Заряженки, по-моему, тут через shift, вернее, мощные, да, делаются. Агась. Бег. Тот же. Что делает Alt? Alt делает ходить. Control. Не знаю. Q. Меняет обилки. E. Видимо, ничего не делает. R. Использует не обилки, а предметы. Взять в две руки, ЕПКМ, ну у меня вроде и так в двух руках. А, не, мне нужно брать одна рук, чтобы использовать вот эти обилки свои, да? Только как? Божественная защита повелителя. Ага, просто ПКМом. А как их перелистывать? Может колесико? Нет. Мне бы вообще вспомнить, что у меня обилки делают. So satisfying. Стрелка вверх. Нет, очевидно, должно быть какая-то более удобная кнопка. Сижу, вижу весь Twitch в Elden Ring, да и думаю, хоть на Ханкай гляну. Да, да, да. Можно я буду весь день сидеть в инвентаре и водить мышкой? Миллион рун для опыта, да, еще есть. 176 левел. 462 тысячи рун. А куда мне их... Подождите, их, наверное, надо потратить. Че тут? Узри, это только начало. Голова пока не здесь. Так, снаряжение. Как, блин, обилки? О, эти, глянем. Ну, броня самая тяжелая, какую мог найти. Фляга восстанавливает больше хп, повышает скорость восстановления выносливости, а невероятно повышает сопротивление физурону. Сменить вид. Физрезисты 47. Нормально. Печать со знаком когтя. А где посмотреть спеллы, которые я использую? Послание? Нет, это не то. Создание? Нет, это не то. В смысле, у меня 8 золотых семечек? Откуда? А, их там по количеству используешь еще, да? В смысле, стрелка вверх?
Бля, как же я ненавижу это пососное управление этих пососных соулз-лайков. Да, их тем больше, чем больше фляг, я помню. Короче, я не знаю, где мне магию посмотреть и как мне ее перелистывать. Ну, поехали. А, это я... Окей. Хорошо, а как в обе руки взять? Е плюс ЛКМ. Окей. Красивое. Как лошадь вызывать? F1, CZ. Хрен его знает. Изменить одежду, пепел войны, великие руны. Мешать снадобье. Снадобье вообще не помню, что у меня делает. Выбивает врага из равновесия и уменьшает полученный урон. Окей. Количество фляг достигло максимума. Замечательная эффективность. Священную слезу увеличить восполняемые флягами. В инвентаре нет священной слезы. Кайф. Нужно выбрать лошадь вместо хилки. Мне кажется, там была какая-то быстрая клавиша, быстрая вкладка, нет? Быстрая кнопка для призыва. Иначе почему у меня нету ее на быстрой панели? Справа, уже слева с мини-чар и молитву на двоечку, хорошо. Через shift еще можно было оружие менять. Но... Справа и двуручно, shift, сильная атака, блок, навык. Действие, карта, и все, и где лошадь? Мне кажется, я лошадь призвал на shift центральную или что-то такое. Камера при закрывании обзора. Во, отлично. Это хорошо, что она больше не крутится. Уже норм. Не гуглю, везде говорят, что нужно экипировать. Ну, я даже не вижу, где она. Кольцо. Костяной свисток, все, понял. Допустим. Я точно помню, что я не так это делал. То есть, я призывал лошадь. Там есть какая-то быстрая панель, которая открывается... Вот, точно. Которая открывается вот этой штукой. Ага, ага. А где она находится, эта быстрая панель? Как ее настраивать? Так, сейчас, значит, это мы убрать. Справа, где справа, не вижу. А вот здесь прям, точно. Соответственно, вот сюда мы выбираем лошадь. И теперь... Е плюс вверх, нет.
колесо. 1, 2, Е2. Е2, ну не самая удобная кнопка, но пойдет, пойдет. Ура! Стрим настроек закончился. Как карту вызывать? G, окей. Хорошо, здесь этот путевой знак, значит, надо на него ехать. То есть вот туда на север поехали. Тут какие-то гиганты ходят. Так, ты можешь его в две руки взять, нет? Это мобы. Здрасте. Больно. Еще раз больно. Ни хрена себе, он вообще урон не получает. Понятно, пока не играл, меч занерфили. Так, Е2, допустим, да? Может, перестанешь? Пожалуйста, молю. Окей. Первый мол сражен. 46 тысяч душ, кстати. Пойдем потратим, наверное. Здорово, Сиквенс. Доброе утро. Посоветуешь третий раз игру пройти? Проходил Катан Мидруком из квестов Риня, а сейчас, когда вышел DLC, появился повод пройти еще раз и не определился с классом оружием. Кем посоветуешь? Здорово, ты не на тот стрим пришел. Я проходил один раз одним двуруком. Я небольшой фанат соузов, так что... Стойкость, сила, ловкость. Ну, у меня столько ловкости, и зачем, самое главное? Может, я реролился, чтобы в какое-то оружие поиграть другое, нет? Сила дает по единичку урона оружие справа. А вер дает 2 урона. Интересно. Можно что-то поюзать, типа вот этих штук. Не знаю, сколько они дают. 6000. Мне надо... А, ну, все. А, так мне и так хватало. Ладно, я дурак. Пойдем очки маны покачаем. Пускай будет, я же кастую эти штуки. Карту покажи. Да нет ее почти. Погнали на НЕ. Там попуга какая-то. Здесь опять эти... Этот чи... А, ну естественно он воскрес. Почему карта не открывается? Типа я в бою или что? Здрасте. Вы типа хотите драться, да? Там что-то лежит. Большой треснувший горшок, новая. Вот рады. Узел смолы, все новое какое-то. Справочник величайшего гончара.
Так, с этим что-то можно сделать в инвентаре или нет? Ставочки будут на боссов? Не знаю, можно попробовать. Ключевые предметы, магия. А вот здесь вот можно, скорее всего, как раз посмотреть эти. Заметки. Ну-ка, смотрим. Как будто бы ничего интересного, да? Там же рассказали, что новые штуки будут отмечаться. Ну и где? Восклицательным знаком молю. Настройка... Так нет, оно автоматом включилось. Оно же мне как обучение выдало. Разве? Если что, я закончил мою игру с 343 смерти. Можно счетчик продолжать, я думаю. А, я закончил. Не, нафиг. Я вообще не вижу смысла в счетчике. Намечать новые предметы. Ага, ну вот, все, окей. Да, и правда надо было включить. А зачем-то обучение было давать в самом начале. Я думаю, у меня 100 смертей. Но 100 смертей, наверное, было на этом, да? На God of War. Наверное, Элден на сотку, это было бы жестко. С первого раза. Дерево висельников. Трайфингер Батхол. Какие-то штуки. Ха-ха! Халява. Клинок милосердия новое. Судя по всему, какой-то амулет. Увеличить силу атаки после каждого крит-удара. Ну, это для этих... Для быстро атакующих челов. Для рогов всяких там, да? Эй, говно. Простите, замат, извини. Что за красное прослание? Это здесь кто-то просто умер, да? Понятно. Нелепая смерть. Будь у меня необходимый предмет. Да, конечно. Гриб с красной мякотью. Так, ну как будто бы здесь больше ничего нет. Бесполезный амулет на лутол. Пойдем посмотрим, что у дерева висельников.
Выглядит прикольно. Че выходит? Грибы. Коров... Овечки. Знаменитый коровий уровень. Если любить овечек. Козленков. Коровок. Чем все бегают с этим мечом? Потому что это самое сильное оружие на релизе. Скорее всего, нет. Потому что это одно из сильных оружий на релизе. Давай так. Так, надо бежать, карту открывать. О, тут что-то есть. Прах славного духа можно найти в царстве теней. Благословение прах славного духа. Примените этот прах в местах благодати, чтобы усилить благословение праха славного духа. Благословение прах славного духа повышает урон и защиту призванных духов, но действует только в царстве теней. Ну то есть абсолютно неиспользуемый кау нашли на земле, да? Хорошо. Неюзабельный кау. Это я люблю. Это как расходники в играх. В целом примерно то же самое. Двадцать восьмого числа стрим по ЗЗ. Будем смотреть. Вряд ли. Двадцать восьмого числа начнется РГГВН. Теневые псы какие-то. В смысле, что ты? Да не менял я оружие. Чат умер. Да, у меня до этого и обычный умер, а потом еще на экране умер. В полноэкранном режиме. Так, 2024 год. Можно мне оконный? Без рамки можно, неужели? Вау. Удивлен. Удивлен, что это есть. Так, я попробовал обновить чат. Привет, что так рано решил подрубить? Да просто делать нечего с утра было. Решил подрубить. Так понимаю, активно руна моления. Что такое руна? Камень могильных духов. Пир духов. Слева от ХП. Да, что-то было такое, вспомнил. Что-то такое было. Да, большой огненный чел. Наверное, его огненным мечом бить не очень хорошая идея, да? Ну, пойдем подеремся, наверное, посмотрим, что он. Что он умеет? Покажи. Покажи свою силу. Против нашей лошади. Сюда подошел. В
не чел, а костер просто. Ну вообще я нажал додж. Так, я понял, ему вообще насрать, доджишь ты или не доджишь, у него просто урон от него по тебе бесконечный. Понятно, надо, значит, на лошади осторожно подъезжать и тычки делать. Классный моб. У меня, кстати, был какой-то Fire Resist в этих спеллах, по-моему. Во-первых, вот здесь должен быть какой-то крутой Fire Resist. Во-вторых, скорее всего, в спеллах есть какой-то крутой Fire Resist. Звериная живучесть, пламя, даруй мне силу, пламя, защити меня. Возможно, это нужный мне спелл. Сопротивление огню, yep. Робот из Little Company. Причем ПКМ бьет. А, здесь ПКМ бьет влево, ПКМ бьет вправо. Все, понял, на лошади. Ну, лошадь же умеет доджить, я, по крайней мере, так думал. Бля, его что, только магией бить или что? Я не знаю. Отвратительно. Ну, дефает меня это, нормально. Святой паладинский билд, защити меня! Че, он упал? Нет. Не, все-таки можно сдоджить в тайминг. Он еще рукой что ли бьет? О нет, надо опять эти неудобные кнопки нажимать, чтобы кастануть спелл защиты от огня. Типа так. Выпрыгать надо, да не, вряд ли. Здесь вроде прыжки не дефают ни от чего, не уверен. О, физо решил побить. Ага, физа жестче, чем огонек. Да, ну против нее, наверное, какой-нибудь другой двурук надо брать, не знаю. 100% надо прыгать. По-моему, прыжки же здесь не дефают от такого, таких типов урона. Типа, не. Не уверен, не знаю. Дефают от урона по земле, вообще не помню. Кажется, руна моления уже не активна, да? Там же, чтобы включить эту руну, надо нажимать какую-то дугу, благодать, что-то такое, да? А можно мне отдать мои эти, пожалуйста? Нельзя, видимо.
Да, блядь, оружие! Не понял. Ну я же перекатился. Охренеть, он крутится вокруг себя прям. Хороший тайминг. Нужен на уклонение от атаки руками. Ну, может быть, если его встанет, если ему пробить по стойкости, может быть, он умрет. Ну, опять же, надо явно не огненное оружие брать, да? Я не помню, есть ли у меня какое-то нормальное оружие, типа, двурук какой-нибудь качный, не огненный. Что-то у меня святой какой-то, по-моему, был. Плюс 7, вот плюс 10. А, ну это мой есть. Ну, на плюс 9 есть. От ловкости, что, почему? Двуручный. С, С, Б, Ви, от веры. Окей. А, вот еще есть маликет. Б, сила. Святой урон можно попробовать. Только я не уверен, будут ли у меня нормальные перекаты. Нет, не будут. Ну, пофиг. У тебя вера много, закидай его молниями и все. Я не маг. Я святой паладин с двуруком. Чтобы закидывать кого-то этими. Вера это и не магия, ну да. Как же плохо. Если под ногами стоять, то круговая не задевает. Но я не стою под ногами, поэтому меня круговая задевает. Рано. Че, почем дамаг-то? Да где дамаг-то увидеть? Ну, боже мой, ну... Ай, накал. Чё-то по 600, раньше по 1000 вроде бил, не? О, хороший тайминг был. Да, хороший тайминг был, x2. Он упал? Не знаю, нет. Перекаты здесь, конечно. Пробую обилку этого меча. Что такое обилка? Я вот могу мощную атаку сделать. Это вот, да? Все это всему. 700 урона. Да не, фигня полная. Звук был, как будто он упал. И что делать? Ага. Фу, да вообще изи-босс же. Сейчас чуть-чуть приноровлюсь и убью.
Но только обязательно надо огненную броню держать. И перекаты побыстрее сделать. Полоски нет, не босс. Ну, по факту моб, да, обычный. Я согласен. Так, не, все-таки мне кажется, что лучше базовый меч, чтобы... Подожди, а почему мне все еще тяжело? Я же не менял амулет на... А-а-а, мне тяжело стало, потому что... Я понял. Не потому что меч тяжелый, а потому что благословение моления упало, да? Есть еще что-то, что повышает вес снаряжения? Повышает максимальный... Значительно повышает максимальный вес снаряжения. Ну-ка. Вот так пойдет. Может быть, могу обратно надеть свою броню топовую? Могу, отлично. Поехали. Вот бы была отдельная кнопка, например, на использование спелов, а не смени оружия, вот это вот все. Так, лечение повелителя, золотая преграда, защита от золотой молнии, божественная защита, звериная живучесть, пламя даруй мне сил. А два благословения вообще могу юзать? Походу нет. Да, походу не могу, ладно. Это что такое? Я такого даже не видел. Блин, мужик, ты, конечно, веселый, но... Да-да-да, но мне надо забрать душ. Угу. Короче, надо прыгать исключительно в сторону огня, я, в принципе, так и стараюсь делать. Все? В смысле, он же упал? Не, он еще не упал. По звуку было, как будто бы уже упал. Ладно, тут, конечно, ошибочка была. Как же медленно. Нужно побыстрее это все кастить. Кал. Блин, мана закончилась. Вот это звук падения, не? Да что... Ладно. По-моему, я не только... Подожди, от скверны. Это точно резист к огню? Может быть, я не только кастую? Вот в меча билка большой удар огнем вперед. Все это неудобно. Подожди, вот защита от огня. А чистить от скверны это какой-то кал, по-моему, другой, нет? А, нет, пламя защити меня. Чистить от скверны это яд, красная гниль. Ясно, я вообще не то юзаю. Поэтому и сдох. Подожди, есть защита от огня, а пламя защити меня, это что?
Повышает сопротивление огню. Заметно. Все. Вот это вот мне и нужно. Игра кликер какой. Ну просто бей по ногам, босс. О, здесь сейф поближе есть. Кайф. Окей. А что за прохил внезапный? А, да? Я даже не увидел. В соузах всегда надо тайминг парирования позже нажимать. Ну ладно, не настолько позже, походу. У меня вообще такое чувство, что от этой атаки нету тайминга уклонения, хотя я вроде сдоджил разок. Да почему звук есть, а он не падает? Стой. Другой начинает опираться. Ногу-то, хз. О, закончился резист. Отстой. Звук ломания частей, а не нога, какую огненного великана было. Хз. Может быть. Ну, наконец-то. Ну, кажется, я не добегу до головы теперь. Призвать скакуна за счет фляги багровых слез. Нет. Ладно, добежал. Я могу как-то ману восстановить? Вот у меня, я видел, у меня там есть какие-то эти... какие-то синие слезки. Это восстановление маны или нет? Вот эти. Осколки звезды света. Да, походу. Отлично, спасибо.
Так, по-моему, у меня пламя защиты закончилось, нет? Оно, я как будто не вижу баф. Хотя вроде недавно баф получил. Нет, вроде действует. А, баф перекрылся просто восстановление манны, я понял. Не, ну кал, конечно, полный. А вот теперь пора делать баф. Ну, здесь непонятно. Может быть, под ногу лучше делать дэш. Я куда-то в центр стараюсь, чтобы в ноги как раз-таки не попадать. Мне кажется, здесь быстрый дэш нужен, чтобы дважды его нажать. На то он и танка билд. Блин, серьезно. Чтобы получать урон. Отстой. X2. Плохо. Три хпшки всего осталось. Нет. Две хилочки. О, здрасте. Кажется, я победил. Ура! Ну, конечно, легчайший моб вообще. Вообще, 5 попыток. Лучше не иди с ним драться, о боже мой. Твердая отражающая следа. Лик великана Пичи. Ну, считаю, что все, кто его не убьют на релизе сразу, конечно, ну, вообще, ну, анскиллы в соузлайках, да. Вообще не почувствовал босса. Так, и чё, где искать? В квестовых предметах, наверное. Узел с моего материала для создания. В следующий лок их будет 100-500, как жопы драконьи в изолите. Я не знаю, что это значит. Но... Обычно встречается на равнине надгробия, встречается крайне редко материал для создания предметов. Окей. Колокольная сфера Корина. Старым служкам близнецам. Так, мне надо снаряжение здесь сменить на антифизмулет. Который я не помню, как выглядит. Вот этот, по-моему. Смотрю, что слеза делает. А я не знаю, где ее найти. Если бы я нашел, если бы я знал, где ее найти, я бы, наверное, посмотрел. Но... Ключевые предметы. Если бы я знал, где ее найти, но я не знаю, где ее найти. Вот тут. Вон там. Шарики такие. А, это слеза. Какая из них новая? Вот это? Нет, это у меня стоит. Как она выглядела? Это вот так вот вроде бы. Отражающая была, нет? Улучшает спонтанный блок. Не знаю. Восклицательный знак просто уже не горит.
Здрасте. Чё, у меня какой-то вампирский амулет, да? Я за убийство мобов вампирюсь. Или это не амулет, а меч такой у него, пассивка. Наверное, у меча пассивка. Вот почему с ним все бегают, скорее всего. Да, да, вот, скорее всего, кто спрашивал. Потому что это самое удобное оружие для исследования локации. Нет оружия лучше просто. Благословение праха славного духа. Чтобы усилить благословение праха славного духа, используй соответствующие горсти. Чтобы усилить благословение, нет. Так это какая-то новая механика, да? Я уже включил новые предметы, просто не заметил в прошлый раз. Я искал только ключевой сюжетный, а не вот эти два. Так, хорошо, ищем, где здесь... Ага, я проехал мимо путеводного камня, я понял. Поехали обратно. Мало того, что вампир, так и со всеми статами. Да, ну, со многими статами хорошо работает. Бахать на локации, прахаться. Ну, помощников мы, естественно, юзать не будем, кринж. Вот. Так, равнины, спасибо. Ну и зачем оно мне? Ну, можно по дороге вон туда вот спуститься. Давайте, там наверняка какой-нибудь данж, а в нем горгулья. Потому что в данжах в Elden Ring исключительно горгульи и... Кто там еще был одним из основных боссов в данжиках? По-моему, только горгульи. Ну, я запомнил только горгульи. А, кристальные, да ладно, они два раза всего были. Кошка большая. Так статуи котов, я это и называю горгульями, да, я об этом и говорю. Я же это и имею в виду. Комок плоти. Кому-то не понравилось явно, что я это украл, но... Не знаю. Да что ты... Еще вторая настройка. Недавние предметы. У тебя они сразу отдельно будут показываться, еще и помечены. Ну давай попробую, хорошо. Давай попробую. Спасибо. Тут очень опасный вторженец. Ну, я его не увидел. Горгулья другое. Ну там были маленькие, а были, да, коты горгули. Ну, не знаю, ладно. Гигантская гора какая-то. Кровавые какие-то зоны. Какой-то лагерек. Наверняка с противниками. Вряд ли они будут сильно дружелюбными. Это там один чел всего. Нет, не один чел. Конечно. Кто бы мог подумать. Это псы. Ребята, я друг. О, я тоже так умею, смотрите. Потоптали, блин, ножкой.
Да. Такие, знаете, пукнули просто вперед на один метр. Пуксреньк. Сейчас подошел к этому великану, надо просто прыгать, чтобы огонь не дамажил. Блин, ну ты скилловый получается. Огненный завиток. Голова сейчас не помешает. Огненный завиток. Выпускает трех крошечных огненных змей, тратит ОК. Большой молот из черной стали. Окей. С, Е, Д. Святой относительно. Разве что почитать его, я даже не знаю. Как там простой вид? Справка, справка. Как же все неудобно. Оружие черных рыцарей, слуг Месмера Колосожателя. Это большой молот, выкован из черной стали, украшен позолотой. Это благословен молитвой, древо, эрт. Навык, выдержка. Примите устойчивую позу и мужественно выдерживайте вражеские атаки. Мужественно выдерживайте. Блин, секретки за водопадом нету, только какие-то росянки. А что за бабочки? А, их просто тоже собрать можно. Храм утешения. Осколки древа упадка можно найти в царстве теней. Примените их, чтобы усилить благословение древа упадка. Благословение древа упадка повышает урон по врагам и снижает получаемое. Действует только в царстве теней. Ха! Свели механику, которая чисто усиляет тебя только в этой локе. Забавно. Причем усиляет конкретно так. Снижение урона от врагов, это жестко. Покажи карту, да, вот, держи, пожалуйста. Но ты же помнишь, да, что здесь карта не сразу открывается. Вон снизу мы ничего не видим, например, ничего не знаем. Вдохновлялись Геншином. Такая маленькая. Так говорят, в DLC же контента примерно 80% от релиза, не? Ну, я что-то такое слышал. Халявный душ. Пойдем вот в эти вот странные деревья. Я слышу, что на 25 часов. Ничего. Мне кажется, говорили, что размер. О размере, а не о насыщенности. Пока я вижу просто поле. Ну, пока это правда. Поле. Попуги. Слушайте, а получается на боссе я хилялся, когда кто-то умирал, это либо умирала моя лошадь, я с нее вампирил, либо он убивал вокруг каких-то маленьких челиков, да, наверное. Какие-то черви. Что если убить все тентакли, выползет босс? Ну, типа, знаете, this is not even his final form. Глисты Радагона. Глисты его лошади. Или, подожди, как там звали чела на лошади, который босс.
Какой крутой автотаргет. Как хорошо, что я на клаву мыши, он мне не то чтобы сильно нужен. Да где моя стамина? Догон байте Радана, вот я вот Радана вспомнил. Сегодня как раз Игорь там его убивал. На соусофоне. Они высасывают стамину, вот куда она вся делась. Не, а представьте, реально босс вылезет, прикольно ж будет. Давайте дочистим, уж 6 мобов всего осталось. Да, прям всю стамину высосали, жесть. Кажется, разрабы до этого не додумались. Увынск. Я не помню, что за статуя. Это типа призыв, по-моему, или что-то такое, не? Это омут призыва, да-да-да-да-да. Пойдем в данжи. Клин Марики для возрождения. А-а-а, понял, все, ясно, да. Принял, закрепил. Я хочу домой, и тогда край, говорит. Ну, какой-то рыцарь с арбалетом. Ни хрена себе арбалет. Ранжевики порадуются. Ни хера себе дамажит. Красиво. Жесткий. Ого. Ого. Кажется, у него какой-то святой урон или что-то типа того, потому что... Если бы была физа, я бы гораздо меньше урона получал. Сейчас двухтычек, класс. Рыцарь одиночной тюрьмы. Кажется, надо использовать вот эту штуку, которая уменьшает по тебе урон в этой локации, да? Надо бы амулет сменить. Да, возможно, есть смысл. Так, клин Марики, ну конечно, клин Марики, давай. Я думаю, он святым уроном, наверное, бьет, да? Поэтому давайте. Так, есть урон от магии. Это святой урон, во. Хорошо. И у меня есть еще одна штука, которая... Защита от золотой молнии есть. Божественная защита повелителя. Ну-ка, сейчас посмотрим, что из этого есть что. Устойчивость к молнии. Священная защита повелителя. Это что у нас? Значительно повышает резист святому урону. Во, поехали. У него не святой. Ну, откуда ты знаешь? Ты это в справочнике по монстрам прочитал? Или как? Типа, в Википедии по Elden Ring'у? Thank you.
Ладно, не святой, тут уже заметно, да. Сейчас от магии попробуем, дев, наверное. Не, ну это вообще жесть, пол хп просто. На физу это тоже не похоже. Значит, я бы поменьше урона, по идее, получал. Блин, шмарики. Ну и магический резист попробуем. Золотая преграда, да? До 4 тычек могу сделать, да? А, похоже на магию. Судя по всему. Нет, непонятно. Не, магия, наверное. Наверное, просто тычка слабая была. А, да, я понял тебя. Блять, не хочешь поюзать? Хочет. Хотел сказать, самая его слабая атака, но что-то плохо отыграл впервые. Закончилось, лох. Всего одну банку взял в подземелье. Сморг. Кто ж с одной банкой-то в подземелье идет? Ну, он тут сидит, правда, у него это типа тюрьма его. Да. Не, ну две тычки, такой кринж, конечно. Тюрьма-то одиночная, да. Да. Ой, блин, ну и какой у него урон? На физу не похоже, потому что много урона получал. На этот не похож. Все слушают DLC в бафнутом уроне? Да, ты пока, короче, всю локу не исследуешь, у тебя враги будут сильными из-за того, что ты не нашел специальную штуку, короче. Да не святой он нихера. Это же пепел войны, имбовый с отхилом. Что такое пепел войны? Жалко кровь. Не, это правда так. Там, смотри, там на карте сделали специальные штуки, которые ослабляют врагов, когда ты их собираешь и, типа, используешь там, типа, какие-то штуки от древа Эрт. Что-то такое. Атаки у него, на самом деле, абсолютно базовые, типа вот эти вот классические замедленные атаки соулз-лайков. То есть чуть-чуть тайминг поймать, и можно нормально доджить.
вот этот вот тайминг. Да-да, давай вместе похилимся. И ты, и я. Мы оба одна семья хила. А почему вот эта банка не восстановилась? Потому что я не был на костре. Это же крутой вот этот эликсир, который тоже после смерти должен восстанавливаться. Разве нет? Лох. И что-то он... Не очень хочется пробиваться по этой, по стамине. Как тебе такое? А, ему, кстати, понравилось. Он что-то похожее решил поюзать. Враг повержен. Невозможно почти брать. Двуручник одиночества, шлем одиночества, доспех, перчатки. Фипега, это как раз про босса, видишь, босс одиночества. Сам-то я, говорит, каждый день тренируюсь. Давайте посмотрим. Вряд ли эта броня будет круче, чем моя, да. Хотя, не смотрите, весит 24. Больше, чем моя коралловая. Жестко. 99 сопротивляемость концентрации. И мы можем, что все это значит. Баланс, физмощь. Мунтиджуч. Там, наверное, прочитать можно где-то. Ну, шапки здесь вообще все бессмысленны, кроме вот этих бесов, да. Еще сомневаюсь, что это дает что-то интересное. Да. Кнопки, мои кнопки. Спасибо. Все мы знаем, что сила брони определяет свой вид. Мечик, да, посмотреть, давайте. Ловкость и сила. Б от силы звучит прикольно. Вес 15. Особенно лунный удар. Сверху вниз, чтобы выпустить перед собой дугу света. Для продолжения связки выполнить сильную атаку. То, чем нет, конечно. Зачем? Да я, скорее всего, с этим двуручьем всю игру пройду. Я не знаю. Менять пушки в Souls-like, это же... Откуда-то надо ресурсы на заточку взять. И вот это все.